Так, сегодня утром поступило сообщение. Ни здрасте вам, ни до свидания, ни пожалуйста, ни спасибо, короче, ну ничего. В общем, просто сообщение. Город Чехов, улица Набережная 4, магазин «Рыба», подкинули 8 щенков. Помогите пристроить, все. Ни фото, ни видео, ничего. Вот мы приехали сейчас сюда. Ну и вот они, пожалуйста. Вот уже я вижу коробку. Миски, вижу одного щенка. Пока. Привет. Привет. Привет, детка. А где твои братья, сестры? Все тут? Привет. 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 Ну, остальные все спят. Вот такие. Вот такие малыши. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подожди. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Семь штук. Привет. 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 Вот такие пупсики. Так, ну что? За клеткой? Или так дотащим? Может, прям в коробке вынесем? Ну, я боюсь, видишь, она уже порвата. Ну, давай за клеткой. Нет. Ты куда пошел? Ну-ка, иди сюда. Слышь, самостоятельный. Эй. Так, мы за клеткой. Сейчас вернемся. Стой здесь. Еще раз идем с клеткой. Магазин «Рыба», набережная 421, город Чехов. О, весь день стоит. Самый деловой из всех. Все дрыхнул, главное, это тут прогуливается. Эй, ушастик, а ну иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай, Катя, открывай клетку. Заходи. Первый пошел. Привет! Да что ты такой сладкий такие? Накормили вас, видимо, мокрые все. Давай. Куда? Так, слушай, держи-ка этого, наверное, возьми его, подержи вообще на руках. Он так и будет постоянно выетываться. Держи его на руках, ага. Он самый деловой, я это смотрю. Девочка. Ну, девка есть самая деловая. Самая деловая, да. Так, три. Слушай, куда смотри, один крупнее, один поменьше. Они какие-то как будто разные, да. Три, то есть четыре. Пять. Стоять. Давай. Шесть. Эй. Да блин, Катя. Давай. Не толпимся. Шесть. Давайте туда проходим. И последний, седьмой. Стоп. Да. Оп. Опа. Сажай. Последний. Все? Последнюю сажай, все. Последнюю. Закрывай. Опа. Все, малыши, все. Так, сейчас я зайду в магазин, спрошу. Было 8, они писали. Так, ну вот, все упакованы. Ну что, пошли? Мы готовы. Мы готовы, пошли. Пошли. Давай. Оп, давай. Загружаемся. Все, друзья, мы в машине едем в приют. Нормально будет на свежем воздухе. А бутылку сейчас запрем, что там у них будет. Так, ну мы приехали в приют. Вывезли щенков. Сейчас будем рассаживать. Место им придем, найдем. Ну, возвращаемся к нашим щенкам. Сейчас мы их сразу прием. И вольерчик, да? Вольер приготовили, все. Аккуратно, аккуратно. А тут внизу никого еще нету, да? Есть? Рыба. Моя красавица рыба. Моя девочка. У нас, конечно, напряженка. Сейчас что-нибудь придумывать. Но корма нет.
Слушай, они в будку залезут. Им надо, наверное, ступеньки сделать. Позови Изада, а пусть ступенечки сделает, ладно? Ладно. Изад, надо ступеньки сделать, маленькие щенки. Сделай сейчас, ладно? Спасибо. Ой-ой-ой-ой, испугался. Испугался. Сейчас сделают ступеньки, я уже рассказала. Сейчас ступенечки придет и зад сделает. Все, вот такие ребятня. Прививки сделали. Сейчас корма. Принеси им корма, посмотрим, что они. Деловой, деловой сам. Ребятки, не, залазят, смотри, нормально в будку. Смотри, один уже залез в будку. Мне кажется, и не надо, да? А, отлично, смотри. Второй. Нормально, не надо, Изас, не надо, смотри. Они вон отлично залазят. Полезали и все. Боятся, боятся, ребята. Еще есть, еще насыпь. Насыпь полную. Такой же, да? Да. Ребят, у нас с кормом совсем напряженка.